Baruch ata Adonai, Amugeinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav v'tzivanu, lechadlik ner shel Chanukah. Господь Иешуа сказал своим талмидим, своим ученикам, что когда зажигают светильник, его не ставят под кровать, его ставят в окно. Предназначение светильника – светить. Предназначение верующих – быть светом этому миру. Иешуа сказал, что он свет этому миру, но он также сказал, что вы свет этому миру. Вы – письмо читаемое. И я бы хотел пожелать каждому из вас быть читаемым письмом в этом мире, чтобы ваш свет, который зажигает Господь, Иешуа, он распространялся до края земли, чтобы Божья победа, она приходила в жизнь каждого из вас. Пусть милость Божья, она открывается во всех сферах вашей жизни. Пусть свет Хануки, свет милости, свет обновления придет в ваши дома, в ваши семьи, в отношения с родителями, в отношения с детьми. Пусть Божья Ханука, она никогда не кончается.